после полета, или там даже, я помню, что вот по жизни тоже надо так. Вот чем больше у тебя встречается этих нештатных ситуаций, чем больше у тебя встречается этих трудностей, не уходи от них, преодолей их. Он впервые, и в Луганске впервые, и в нашем Далевском университете он впервые. Ему очень интересно вот встретиться с вами. Вот он вам расскажет, что он пережил, что он видел, что он чувствовал. Вот все свои чувства он передаст вам.